рисунок. Это мой папа, это моя мама, это моя сестра Арина, на которую за мной всегда гоняется. А это я с ободочком единорога. В Белгороде в канун Международного дня защиты детей наградили участников и победителей конкурса рисунков «Папа, мама, я. Дружная семья». Ребятам нужно было изобразить своих близких и показать теплоту семейных ценностей. Вот смотрю на рисунки и понимаю, как для каждого ребенка важна семья. Как важно, чтобы были папа, мама, чтобы человек можно было братья, сестры. Ну, Россия у нас большая, в этом году год семьи. И пускай она развивается, крепнет, а мы будем защищать наших детей. В конкурсе участвовали дети бойцов ополчения 31. Почти 30 рисунков размещены на выставке в штабе народной дружины. Здесь и композиции из отпечатков ладошек, и изображения праздничных ужинов и совместных прогулок. Многие готовились к конкурсу всей семьей. Я рисовал дом, раскрасила кошка, сестру рисовал папу, а мама, моя мама рисовала. В нашей семье 4 человека нарисовали рисунок, разукрасили, ну вот решили поучаствовать. Ребята показали и своих отцов, которые в трудную минуту встали на защиту нашего города. Но даже самые маленькие участники конкурса знают, что семья – это прежде всего мир. Что у тебя нарисовано? Человечка. Солнышко. А еще? Травка. Травка? А это кто? Моя сама. Жюри конкурса определили 3 победителей, но без подарков не остался никто. Призы для детей подготовили депутаты Белгородской областной думы и городского совета. Тяжелый подарок? Как думаешь, что там? Ну да, я думаю, что там книги тяжелые, я думаю, что там кирпичи, ну, в принципе, там кирпичи и подарки. Рисование для вас – способ выразить себя, поэтому рисуйте и дальше. И, конечно же, с началом лета я желаю вам всем хорошо отдохнуть. Дарья Гавронская, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.